of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, и мы продолжаем проходить Fallout 3. Сейчас мы с вами отправимся в Мегатонну. Там мы будем выбираться в сторону и продвигаться в сторону здания новостей галактики, так как там, возможно, наш отец. Мы немножко так, ну как немножко, на несколько серий поплутали по пустошам. Привет. Что происходит? Я не знаю, что происходит. У меня все в порядке. Так, что у меня по весу? 175. Значит, нужно, во-первых, броню закинуть. Во-вторых, скорее всего, у меня есть какие-то пушки, которые мне сейчас не нужны. Так, пупс мы вроде бы нашли. Да. 4 пупса у нас уже. Пока все неплохо. Такс, пистолет с глушителем. Просто пистолет я оставлю, наверное, магнум я тоже оставлю. Дальше, дробовик скину, броню Тесла. Главный убор китайского командного. Грязный китайский комбинезон, довоенные книги. Заколки, импульсную мину. 0,5 всего есть, ладно, оставим. Китайский автомат сбросим. Лазерная винтовка тоже. Хотя я бы ее, наверное, продал. Лапа когтя смерти. Металлолом мы сейчас отдадим. Молотов, колос, клочная граната, охотничье ружье. 15 пальцев. Очень, очень важная вещь, 15 пальцев. Плазменную винтовку скидываем. Противопехотные мины. Скинем почти все. Ручной тормоз. Шлем. Штурмовая винтовка, 4 ядерных выстрела наш насобирали. С ума сойти просто. Так, ну все, можно идти к торговцам. Плюс, я думаю, к медику забежать, немножко купить стимуляторов. Потому что туда, куда мы идем, скорее всего, будет жарко. Так, он не тут. Доктор. Док, вот ты. Что это, голографическая запись? Да. Свободный человек, другой человек. Погодите-ка. Несмотря на суровые условия пустоши, я часто замечал в здешних людях склонность к состраданию, неизвестную в содружестве. Возможно, ежедневная борьба за существование заставляет ценить жизнь в любом проявлении. Человек ли перед ними, или андроид. Через несколько дней я буду свободным человеком. Другим человеком. Позвольте мне сейчас сказать вам спасибо за совет обратиться к Пинкертону из Ривет-Сити, потому что вскоре я не смогу это вспомнить. Аперта. И да, я вижу, как ты на это поглядываешь. Понятно, что за Пинкертон из Ривет-Сити. Черт возьми, вид у тебя вроде здоровый, и трупом тебе... Так, док. Стимуляторы мне нужны, док. 20 штук. Да, да. Все? Хорошо. Да нет, у меня радиация 56, я посмотрел. Угу. Пинкертон. А в Ривет-Сити я сейчас запись приостановлю, просто чтобы записать себе. Итак, я записал себе на бумажечку. Пинкертон, Ривет-Сити. Когда мы до тут доберемся, я думаю, мы определенно к нему заскочим. Выяснить, что Пинкертон из Ривет-Сити знает об андроиде. Так, след в след. Задание мы выбрали, теперь можно отправляться. Хотя я мог бы еще патроны, да, давайте запишем купим патронов. Мойры. Плюс там заодно, скорее всего, мы до библиотеки добежим. Так, ладно, и нет. Возможно, Уолтер на месте. Уолтер, братюнь. Да, ты тут. Что тебе нужно?
Я металлолом принес. Отлично! Класс, почти 15 уровня мы с вами. Так, выходим. Ну сколько мне нужно переждать? Час, наверное. Хотя нет, 7.30. По-моему, магазин здесь открывают с 8. Магазин на кратере. Да. Мойра, дорогая моя, привет. Как идут опыты? Она... Нет, погоди, пока про книги там ничего. Я не узнавал. Так, патроны. Вот что нам нужно. Почему только 4? Почему так мало? Шлем, 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 шлем. Ну и в итоге ничего полезного. Удачной охоты! Так, что починить, можешь пистолет? Ох ты! А бронекостюм-то у меня очень сильно потрепали. Так, может я могу тебе что-то продать? Скорее я могу тебе продать всяких дурацких... Ладно, деньги довоенные. Диски. Микроядерные батареи, которыми я не пользуюсь. Удачной вот, а охоты! Починик, пожалуйста, для меня. Мой бронекостюм. Шляп. Или магнум лучше. Шляп. Магнум да пистолет. Все, я починен. И я нищ. Отправляемся. О? Здравствуйте, привет, мистер. Вам чего-то надо? Йоу, гангста! Наверное, это было немного по-расистски. Ну ладно. Все хорошо. Отправимся в супермарт. Там, наверное, уже новые бандиты появились. Что-то мне подсказывает, что это так. Нет, смотри-ка. Парень с пустошей. Дробовик у нас в абсолютно шедевральнейшем состоянии. Это не может не радовать. Так, курс примерно. Да, курс примерно вот такой. Мужик держит круг. Два мужика держат круг. Пойдемте по мосту. Что ж мы как нелюди-то? По воде еще не плавали. Вон там под мостом даже, кстати, что-то есть. Возможно, бомжи ночевали. Надо бы проверить. Такой рыцарь без страха и упрека входит в город. Спокойно. Мне казалось, что... Кстати, в лодке патроны лежат. Вот что за патроны. Так, кто тут? Проход запрещен, да нет. Ой! Меня предупреждали, да? О растяжке. Да вроде бы нету. Ну а какой-то хитрый жук здесь, я ясно, ныкался. Так, давайте почитаем книгу. Укрытие, ложись, взрывчатка на плюс 2. Тут жил, судя по всему, бомж-взрыватель. Я уже вижу рейдеров. Попаду, ну нет, я скорее всего в торс попаду, но два шанса. Не то, что я стрельну в голову и... В камень просто. Нет, не хватает у меня очков. О, летим, 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 попадаем и не убиваем. Спокойно, 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 мужик. О, боже мой, я не хочу умирать. Боже мой, никто не хочет, но мужик. К черту это все! Ты что творишь? Ты же убрал оружие.
Я думал, ты сдался. Предательская морда. Я доверял тебе. Нет, 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 нет. Только этого не он, не он. Встань, не садись. Фух. Офигеть, офигеть. Не в то время, не в том месте. Так, возьмем штурмовую у нас, в принципе. Она же есть, но не так много патронов. Лучше дробовик, я думаю, взять. Так, девчонка в текстуре. Как ты там? А у него патроны для снайперки были. Вот бы я сейчас мимо это прошел. Так, приняли. Мне куда-то сюда почему-то показывают. Я думал, по городу нужно будет идти. Давайте. Покажем скилл всему миру. Тихо, парень. Да что ж ты такой? Нет. Да как, ну? Нет, простите, но это пустая трата трех патронов. Не буду я его трогать. Станция метро, Фаргуст Вест. Мне в метро. Ладненько. Ой, аккуратно. Не в метро, значит, я думал, я по городу так пойду. Вернись правее, мужик. Убил. Да. Реванш. Взят небольшой. Там два супермутанта. Это взрыв машины, ходим. Все, мы в подземке. Супермутанты нас тут не достанут. Или будем надеяться, что не достанут. Электрон. Давайте взломаем. Works. Может, Wakes? Нет. Да не, да самый простой я не взломал, да как так-то, ну? Трик, точно что-то не стоя. ER там, возможно, была. ER нет. Вы серьезно? Я ненавижу взламывать эти компьютеры. Мне просто не везет никогда. Makes games рядом. Gates, может, да. Включить эскалатор. Не работает. Освещение не работает. Активирует протектрона. Хорошо, что я взял билет на метро. Потому что сейчас у меня спросят о нем, я думаю. Инициализация протокола безопасности метрополитена. Охранная сеть станции недоступна. Диспетчерская служба метро не отвечает. Уровень угрозы Омега. Разрешен огонь на поражение. Пожалуйста, предъявите билеты. Проверка подлинности билета пройдена.
Отлично. Спасибо за пользование услугами метрополитена. Не за что, куда ты пошел? Давай я пойду за тобой. Веди меня, мой безумный рободруг. Я назову тебя Боря. Я что-то слышал справа. Давай, Боря, мочи. Обнаружен противник. Сотрудничать со следствием в ваших интересах. А, и гасит лазером. Отлично, сотрудничество с крытокрысами. Враждебную. Давай. Не волнуйтесь. Это будет восстановлен. Пожалуйста. Все в порядке. Подождите. Супер-дупермаркет. Нам нужны рабочие. Доставлять радость покупателю — наша работа. Я рад. Распознана враждебная. Ох ты, как ее расщепил. Найти укрытие или залечь, пока не будет установлено. Я в порядке, не волнуйся за меня. Пожалуйста, проходите. А, все, ты все, что для меня мог сделать, да? Ну ладно. Спасибо, Борис. Я пойду. Ванпост РНГ. Такие РНГ. Ну, точки-то красные, явно не друзья. Хорошо, что у меня восприятие такое хорошее. Гули. Ну, 93% шанс, что я взломаю, все будет хорошо. Ой, сколько гулей. Хорошо. Что тут? Логический жгут. Бутылка из-под газировки. Аптечка. Ключ от служебных помещений. Воду мы взяли. Терминал ТО метрополитена. Метрополитен, аварийное предупреждение. В связи со сбоем системы класса 7, все инженеры по ремонту и техническому обслуживанию обязаны явиться на службу. Неявка поведет к расторжению трудового договора, соответственно, статьей 47.7а, 45.7а, коллективного договора отдела технического обслуживания. Желаем вам плодотворного рабочего дня. Начать гидравлический испытание трубопровода. Обнаружена утечка и открыть сейф. А в сейфе у вас клёво всё, никого-то следует. Правило пользования лазерным оружием и лазерным пистолетом. Ну, это, видимо, нас здесь обучать хотели. Давайте. Поздравляем с получением вашего нового табельного лазерного пистолета. Пожалуйста, потратьте несколько минут для ознакомления с руководством в настольной книге служащего управления транспорта округа Колумбия, раздел 28.1.1.B. Для вашего удобства его содержание приведено ниже. Раздел 28.1.1B. Надлежащее использование лазерного пистолета. Необходимо отметить, что ко всему оборудованию, принадлежащему управлению, должно относиться бережно и использовать его лишь в случае необходимости. Обеспечение безопасности персонала во время нападения коммунистов – вот хороший пример надлежащего использования вашего типового лазерного пистолета. Однако регулирование численности грузунов является примером ненадлежащего использования пистолета и будет служить основанием для дисциплинированного взыскания, описанного в этом разделе. Так, а нет, в другом разделе. Техника безопасности при использовании лазерного пистолета. Использование этого лазерного пистолета в комплексе метрополитена может дать ощутимые положительные результаты. Однако оператор обязан оценить окружение, прежде чем принять решение о стрельбе. Трубы подземного комплекса часто служат для транспортировки легковоспламеняющихся газов. Стрельба из лазерного пистолета при наличии утечки газа может вызвать непредвиденный взрыв или нанесение телесных повреждений персоналу. Так, все служащие управления обязаны следить за тем, чтобы энергия импульса, продолжительность, частота повторения стрельбы из пистолета соответствовали спецификациям, указанным в руководстве использования лазерного пистолета.
Невыполнение этого требования повлечет как наложение дисциплинарного взыскания нормативно-правовым комитетом управления транспорта округа Колумбия, так и серьезное телесное повреждение. Понятно. В общем, играться нам с ним нельзя. Ладно, будем знать. Вот именно тут нельзя было стрелять лазерным пистолетом. Да и вообще, наверное, стрелять, ведь здесь только гулей. Я мог бы, наверное, бабахнуть просто по ним по всем. Но я этого не сделал. К сожалению, я не знал. Я их с дробовика всех работал. Он уже очень неплохо поломался. Так, куда мы пришли? Развилку. Он по сторонге направо. Но мы полюбопытничаем, да? Определенно. А что-то им как-то пофигу. Хотя все-таки нет. Ой. Тихо, парень. Ой-ой-ой. Да ох-ох-ох-ох. Ну, просто ногу размозжили. Они наемника забили. Так, тут я ничего не возьму, наверное. Боевая броня, шлем боевой брони. Нет, спасибо. Наверху, да? Получай, гад, с первого выстрела. Ой, я тебя не увидел, парень, ты опасный, что ли? Он собирался на меня напасть. Чего тут жгли? Да все, что можно было, все то и жгли. Так, давайте осмотримся. Я знаю, что пошел не туда, но мне просто интересно. Неплохо. Что прибегут? Давайте, давайте, ребята. Ох, ударил. Спокойно. Так. Средний. Средний. Ну, по-моему, легче вот этот взломать. Класс. Так, магнум с оптическим прицелом. Все, берем магнум, чиним. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сохраняемся, и я буду взламывать компьютер.
И он взломан. Это было слово defeat, это самое первое. Так что все отлично. Ой, я случайно вышел. Так, Softlock Solution с открытым окном. Я его уже открыл, поэтому. Так. 21 очко нам нужно распределить. Ремонт у нас уже 99. Наука, легкое оружие или скрытность? Я думаю, скрытность. Да-да-да-да-да. До 70. 80 легкого оружия, науки 80 и... Что еще там? Взлом? 84. Так, что же я могу выбрать? Из новенького. Наемный убийца, химик, легкий шаг, киборг, алмазный скелет, метаболизм, робототехник. Я бы, наверное, улучшил себе... ловкость с помощью интенсивной тренировки до 9, чтобы у меня было больше очков действия. Радикс, хорошо. Точно крышки, ну неплохо мы сюда сходили, новый уровень подняли. Теперь вторая дверь, даже еще там дверь есть. Наверное, просто пауканы. Точнее, тараканы. Было бы мило открыть туалет и увидеть там таракана на горшке. Просто расстрел. Фу, какие вы все-таки мерзотные. Штурмовая винтовка в туалете. Неплохо. Лазерный пистолет починим. Так, куда это я выйду? Наверное, локация откроется нам. Где я вышел? А я вышел, кстати, очень хорошо. И, возможно, это и был правильный путь. Супермутанты. Эй, тихо. Тихо. Чё происходит? А, да кто? Отходим. Не то ружо. Попади, пожалуйста. Куда она улетела? Ладно, убили. Это капец, я неудачно вышел. Нет. Потеряй голову, пожалуйста. Он не умер. И сейчас нет, да ладно. Прикалываетесь, что ли? Ну как тебе это? Вот это дура. Ты сдурел, что ли, совсем уже, а? Ты что творишь-то? Этой штукой можно убить. Просто охренеть. Слов других нет. Так, ну да ладно. Блин, задели нас, конечно, мощь. Вот, давайте ждем безумную женщину. И убиваем ее. Так, ну вроде бы неплохо. Но да, они, конечно, дали мне
веселиться. Отлично, радио теперь у нас есть. Приятная вещает. Умница 101. В следующий раз, как будешь проходить мимо, загляни на студию. У старика от Редок Найта тостер барахлит. До скорой встречи. Ну, я к тебе иду, братиш. Вы слушаете радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, и нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться, и нет смысла сдаваться им, они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Давайте до утра. Древком от него вас и проткну. А теперь печально. Немного музыки. О, да. Чё мне сюда показывается? Нет, все-таки мне надо обратно. Печально. Я не там вышел. Бежим назад. Благо музыка хорошая. И настроение, надеюсь, у вас хорошее, и у меня хорошее. Давай деньги берем. Кстати, как я так забыл. Приятного аппетита вам, господа. А мы идем вниз. Мы идем вниз. Там, в принципе, дальше куда-то можно еще. А, нет, нет, нельзя. Все, ошибочка вышла. Возвращаемся тем же путем, которым шли сюда. Нельзя нажать. И пытаемся добраться до 3 Dark Knight. Сюда нам нужно было. Ну-ка идем. Чё за? Не надо так делать. Зачем он там стоял? Окей, минус один. Anybody? Я вижу ты. Еще добровольцем можно быть? Или все-таки нет? А он есть один. Петлюга. Ох, ты меня даже задел. И тут же был наказан. А музыка сменяется еще более прекрасной. Обожаю эту игру. Многие очень скептически относятся к Fallout 3. А, но я вам скажу, не нужно, так сказать, ждать от игры повторения того, что было во второй части. Потому что сейчас нужно лет, наверное, 5 убить, чтобы примерно такого уровня работу. Ну, в плане сюжета и количества городов, NPC, вариантов ответов сделать. Понятно, что все это сейчас уже не получится сделать, и нужно просто наслаждаться игрой.
погрузиться в атмосферу постапокалипсиса и немножко пожить здесь. Я придерживаюсь этой точки зрения, многие придерживаются другой. Каждая имеет право на существование, поэтому я абсолютно никого не принуждаю, кто не любит эту часть, смотреть это прохождение, там, любить эту игру. Но тем, кому она доставляет, я надеюсь, приносит радость это прохождение. И куда нам, собственно говоря, то тут... Вот, простите. Не увидел. Слишком много мусора там было. Храбрость сегодня, победа завтра. Ой, нет, тараканы. Они, кстати, не атакуют. Ладно, пока, приятели. Зачем их убивать, если они нас даже не атакуют? Благодарим за пользование метрополитеном. Доброго пути. Спасибо. Аванпост РНГ. А, радиостанция новости галактики. Вот, РНГ, это что такое? А я тут, понимаете ли... Ебенько-то, куда мы пришли? Офигеть. Коляска. Там, наверное, мина, да? Нет, лишь плюшу медведь. Унитазы целее всего, блин, на свете. Это читерско, парни. Почему укрытие полоски не работало? А оно мне не нужно. Отличная музыка пошла. Как ты? Я слышал лазер. Но... Ты мне помог. Иисус? Это что за парни? Ребята? Я свой. Твою долю смертей еще хватит. Ты пукнул? Звук был похожий. Так, ну ладно, ребятки, спасибо, может, с вами даже поговорить можно? Слушай, не знаю, кто ты, но тебе здесь не место. Супермутанты напали на наших братьев в здании станции «Новости Галактики», и мы идем на выручку. Если хочешь, можешь пойти с нами. Только пригнись и постарайся не делать глупостей. А, ну, самое главное, что я туда иду. Постойте, кто вы вообще такие? Я Страж Лайонс, отряд Львиный Прайд. Мы из Братства Стали. Не беспокойся, мы на твоей стороне. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, а вам не нужны новобранцы? Ответ отрицательный. У нас и так выше крыши новичков из местных. Большинство ничего не умеет и рвется в атаку почем зря. Вот, например, как наша великолепная послушница Реддин. Так, вы что-то говорили о радиостанции «Галактические новости». На развалинах сейчас немного безопасных мест, но здание «Галактических новостей» для нас что-то вроде тихой гавани. К сожалению, недавно по ним нанесли сильный удар. Мы их прикрываем. Так что, если вопросов больше нет, мы спешим. Ну, вот тут, кстати, актрису звучания хорошо подобрали. Голос приятный. Ты там постарайся. Пойдемте тогда я с вами. Я, честно говоря, уже имею некий опыт общения с пустошами, поэтому думаю, смогу вам помочь. Дела? Привет, батареи тебе не нужны? Вижу, нет. Ты вообще мертв. Че? Не хочу обид. Простите, ребят, что я с него взял это, но ему оно уже ни к чему. Но я сейчас очень занят. Не хочу обидеть, но я сейчас все очень в порядке. Дженнингс? Ответ отрицательный. Мы подобрали бродягу. Того, кто вспугнул уродов.
Ясно. Привет. Стандартная процедура. Реддин, выполняешь все команды паладина Варгаса и держишь язык. Делаем в такой броне, как псих какой-то в очках в шляпе. Так, ладно, парни, идем. Врываемся. Ох ты ё! Кажется, набежало немало новостей. Только послушай. Мне все чаще сообщаешь о чём-то наёмника компании Коготь. Особенно в Штатах. Да, ребятки, я снайпер. Я с прикромом. Это школа. Плохо. Получаем. Уходим немножко. Так, вы в порядке? Если что, думаю, смогу наверх подняться и отсюда покрыть. Так, ребят, тут вроде чисто. Продолжайте движение. Так, у меня есть кое-что. Вот эта штука вам определенно понравится, думаю я. И сейчас, во-первых, я подлечусь. Давайте сохранимся, мало ли я потрачу. Странно. Давай, родная. Просто вдребезги его. Так, сколько? Пошла. Да ему гранаты мои нравятся. Ловите, ловите, парни. Так, что у меня есть? Магнум. Его тоже применим. Место в окне нужно, место! Нет, я пока выцелил, его убили. Или нет? Кто там? Врываюсь. Ребятки, я зарешаю его. У меня есть шанс. Нет. Хорошо. Трехвинтовая лазерная. Лазерная. Трехлучевая, господи, лазерная винтовка. Офигеть. Можешь, ну, дойти как? С нами до радиостанции, но... Так, ты... понятно. Я уже дошел. Ага, ага, посмотрим. Отставить. Не хочу убить. Я сейчас... Китайский автомат. Кто еще? Мой отец все.
Так, а оружие-то неплохое-то. Лазерная винтовка, я так смотрю. 49 урона. Я даже не знаю, с чем мне идти, потому что у меня всего мало. Силовую броню тоже смысла поднимать нет, потому что... Чё так... Чё такое? Ядрить. Что? Охренеть. Ребята, да он просто беснуется. В корзинках весь. Куда он пошел? Я еще и кританул по нему. Давай, с пистолета тебе заряжу. Нет. Так не пойдет, парень. Они хотя бы без сознания не умирают. У меня нет больше выстрелов. И убил его не я. И он исчез. Я, видимо, все-таки возьму. С вас броню, ребят. Так, костюм. Капец. За него, наверное, много опыта выдали. Рейтинг была достойна служить в прайде, и сегодня это доказало. Да, знаю. Проклятие. Когда вернемся в цитадель, я поговорю с писцами. Пусть запишет, что паладин Рейдин прошла испытание. Пошли, посмотрим, есть ли тут чем горло промочить. Отлично, поговорили только что о смерти сослуживца и тут же пошли пить. Добро пожаловать, друг. Мои братья, может, и грубоваты, но они готовы отдать жизнь. Да ладно. Я рад, если так. Ладно, сохраняемся и входим. А нет, я думаю, мы с вами в здание-то самой, самих новостей галактики войдем уже позже. В следующей серии это и так было насыщено событие, длинное и хорошее, в принципе. Большое спасибо вам за просмотр, с вами был Джек Шепард. Увидимся с вами завтра. Если это будет не выходной, естественно, потому что серии записываются, еще раз повторю, гораздо заранее. И вот сейчас я пишу эту серию, еще ни одной серии прохождения не вышло. Поэтому, в общем-то, счастливо!